самый тяжелый матч в нашей истории и в истории клуба. Это когда мы завоевали первую бронзу. Это был год 71-й, и решающий матч, который проходил как раз именно здесь, где мы сейчас стоим, во Дворце спорта юбилейной, 22 апреля. Это с командой «Спартак», где мы проигрывали 1-3. Это был самый серьезный и впечатляющий момент, когда мы не знали, что делать. Они ведут 3-1, а в это время это решающая игра, где или они, или мы завоевываем бронзу. И в конце концов мы добились этой победы. Это было уже практически в конце третьего периода. За какие-то 40 секунд мы забили решающую шайбу. И вот этот момент, вот это волнение, вот эта психология, когда вокруг столько народу сидело, ждали от нас этой победы, и мы наконец-то ее добились. Вот это, конечно, осталось в памяти на всю свою жизнь. Я все годы провел в команде СКА, и для меня это как родной дом. И я потом продолжил жизнь и работу в хоккее. И для меня сочетание СКА и хоккея одно и то же, особенно связано с нашим городом. Поэтому мне бы хотелось, что вот сейчас СКА великолепно участвует в чемпионате России, чтобы они продолжили свои традиции, которые они завоевали кубок, и наши, продолжали дальше. А самое главное, чтобы они еще раз завоевали медаль чемпионата России. Ну что поблагодарить нашему клубу? Чтобы он такую популярность, которую он сейчас завоевал как среди наших болельщиков в стране, он продолжал нести эту ношу и не опускал, как сейчас модно называется, бренд нашей команды под названием «СКА».